Всем доброго времени суток. К нам приходит на почту много вопросов о том, как же все-таки пользоваться вашим сервисом. Некоторые не понимают, как зарегистрироваться и где получить промокод. И мы решили записать данное видео, чтобы объяснить все-таки, как им пользоваться. Поэтому посмотрите, пожалуйста, до конца. Уверен, это будет полезно. Итак, вы перешли на стартовую страницу нашего сервиса. Что необходимо сделать? Во-первых, для того, чтобы скачать бесплатную версию для залов, так и для атлетов, у вас нет необходимости регистрироваться. Просто нажимаете «Бесплатная версия для залов», нажимаете кнопку «Показать» и нажимаете на вот эту вот ссылочку. После этого вас перекидывает на PDF-файл, который вы можете либо скачать, либо распечатать, и все, и пользоваться им. То же самое делается и для атлетов. Вот это вот демо-неделя. Нажимаем на нее и видим, что здесь есть. Вот. Что касается программы для залов и программ для атлетов платных, то здесь нужно сделать такое вот действие. Переходите на эту ссылочку, переходите на месяц, который вам нужен, в нашем случае это апрель, нажимаете на кнопку «Получить». Здесь вы также нажимаете на кнопку «Получить доступ» и оформляете заказ. То есть вписываем, допустим, Петров Владимир. E-mail вписываем. Если необходимо, телефон. Нажимаем «Отправить». После этого нас перекидывает на способ оплаты. Выбор способа оплаты. Здесь он только один. Яндекс.Деньги. Нажимаем «Выбрать». И выбираем любой удобный способ. Это могут быть банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, либо Яндекс.Деньги. Нажимаем любым удобным для вас способом. И уже оплачиваем непосредственно месяц. После этого вам на почту придет активационный ключ, который вам необходимо ввести на странице регистрации. То есть нажимаем «Регистрация», вводим имя, e-mail, телефон, логин, пароль и тот самый активационный ключ, который вам пришел на вашу почту, который вы указали в оформленном заказе. И нажимаем «Регистрация». После этого вам уже будет доступен данный месяц, который вы приобрели. То есть смотрите, как это выглядит. То есть атлет, показать и тот самый апрель, о котором шла речь. Вот, он уже открытый. Если вы уже регистрировались на нашем сайте, то здесь еще проще, вам нет нужны регистрироваться второй раз. Вы просто нажимаете кнопку «Активация» и вписываете тот ключ, который вам пришел на почту. И нажимаете «Добавить». И, соответственно, вам открывается доступ к тем файлам, которые вы оплатили. Вот и все. Ничего сложного. На этом все, как я уже сказал. Всем пока-пока.